Лещина. Привет, отец. Привет. Если бы на кону стояла твоя жизнь, да сейчас, и тебе бы предложили съесть манную кашу, выпить пиво или послушать гачи для спасения, что бы ты выбрал? Ну, лучше послушать гачи, потому что я психологически смогу задефаться, а физически задефаться от манной каши или пива сложнее будет намного, очевидно. Ну, типа, физически дефаться как, если в тебя уже контент идет? Понятно, что лучше выбирать психологическое что-либо. Психологические, так сказать, страдания. Это не будут страдания, потому что я задефаюсь психологически. Будь? Прощавайте, люби глядачи.